Всем привет! И сегодня расскажу вам о сайте, на котором можно зарабатывать, и это сайт Соцпаблик, на котором я сегодня без остановки проработал ровно 1 час. Для тех, кто не знал, Соцпаблик это по сути букс, на котором абсолютно каждый в интернете может начать зарабатывать на простых заданиях по типу подписок на соцсети, лайков на ютубе и так далее. Как правило, такие сайты являются самым первым заработком для тех, кто пытается заработать онлайн и являются для них, я бы сказал, своеобразным крещением, потому что здесь не важно ничего, кроме вашей работы. Для сегодняшней работы я подготовил аккаунты ВКонтакте, Телеграме, Инстаграме, Фейсбуке и на Ютубе, потому что я буду опираться исключительно на работу с соцсетями. Это быстро и просто, а соцсети, аккаунты в которых я подготовил, являются самыми востребованными на этом сайте. Также скажу, что у меня сейчас не нулевой баланс на сайте, но не переживайте, всю доходность мы потом с точностью до копейки просчитаем в истории операций. Ссылку на сайт Соцпаблик я оставлю для вас в описании, а теперь пора и поработать. У меня сейчас на моих часах 9 часов 51 минута, значит закончить работу я свою должен в 10:51. На фоне вы можете видеть, как я выполняю задания. Скажу, что опыт работы за компьютером у меня, конечно же, немалый, поэтому, само собой, я все делаю очень быстро. В основном люди просят подписаться на их группу ВКонтакте, Инстаграм, поставить лайк или сделать то же самое на Ютубе. Платят за это, как правило, от 20 копеек до 2 рублей. Все зависит от рекламодателя и срочности выполнения заказа, поэтому цены могут очень сильно колебаться. Еще одним важным советом от меня будет использование различных социальных сетей по очереди, чтобы у соцсетей не возникало подозрения, чтобы вам не блокировали аккаунт, то есть старайтесь держать баланс. Сделали 10 заданий на Ютубе, далее идите сделайте 10 заданий ВКонтакте, ну и так по кругу. Таким образом, никаких проблем с соцсетями у вас никогда не возникнет. По заданиям тут комментировать, я думаю, особо нечего. Я думаю, вы видите, что выполняются они очень спокойно и быстро. Единственное, для подтверждения часто требуются скриншоты. Для тех, кто не знал, делаются такие скриншоты через программу LightShot. Вы устанавливаете ее на компьютер и далее просто все делаете очень удобно, нажав всего одну выбранную вами в настройках клавишу. У меня лично это принтскрин. Также, если вы собираетесь плотно работать на этом сайте, советую вам, если вы видите хорошее задание, заходить на профиль автора и проверять его другие задания. Таким образом, вы можете открыть целую пачку похожих заданий и очень быстро их выполнить. С точки зрения правильного распределения времени и дохода в минуту, это получается гораздо выгоднее, чем искать каждый раз новое задание с разными условиями выполнения. В целом, я думаю, вы понимаете, что в интернете есть множество подобных сайтов, на которых каждый может зарабатывать без знаний и опыта. А пока прошел у меня ровно час, и я завершил свою работу. Теперь давайте же ознакомимся с нашим доходом. Тут нужно понимать, что заказчики проверяют выполненные задания вручную, поэтому выплата вам поступает не сразу, а в течение дня. На данный момент именно проверенных заданий с выплатой у меня получилось на 4 рубля 85 копеек. И еще 76 заданий висит у меня на проверке. Я не стал высчитывать все до каждой копейки, а просто в уме примерно прикидывал стоимость заданий на каждой странице и плюсовал это, чтобы подсчитать итоговую чистую прибыль. И кстати, по поводу подтверждений можете не волноваться, потому что если вы сделали все правильно, то поддержка в любом случае встанет на вашу сторону и заставит автора сделать вам выплату. Ну а что касается меня, то по итогу у меня за час работы получилось 40 рублей 55 копеек. Если бы я хотел очень сильно, то в месяц я бы смог заработать почти 20 тысяч рублей. Но тут стоит сказать, что я не тестировал сам лично месяц работы и не знаю, насколько много бывает новых заданий каждый день. Но для этого есть и другие буксы, их можно совмещать, и я больше чем уверен, что хотя бы 15 тысяч рублей в месяц при очень плотной работе заработать сможет абсолютно каждый из вас. А это уже надо заметить, неплохой начальный капитал. Желаю вам хорошего дня и приятного вечера. Пока-пока.